Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чаруно Дайам Гопи Джанна Самайуктам Винда Ванам Манухан Банча Калпатару Ашакипа Синду Бевеча Патитанам Павуни Бхавишна Вибхьо Намо Нама Мукам Кароти Бача Ланг Пангум Ланг Хайтигирин Яткипа Тамаханг Банди Парама Нанду Мадвам Бринда Вайтулси Дебай Пиявай Кесвасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарунча Ива Нароттамам Девинг Сварасватин Вясам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхо Падеши Гаурия Патрашча Пракасанича Садану Ракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Тетас Падам Сива Фринчанутам Сараньям Бхитатихам Панутапал Бхабад Дипутам Банде Махапурушате Чаруна Чабиндам Джатпада Паллавана Качанда Маничатая Биспуриджита Камипига Бхаваду Свадарши Пурнану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадикама и Кадакипам Караси Сри Кришна Чайтанна Пахунитананда Чиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджану ламбита бхужау канука бодхату Санкиртанай капитару камала хятакшо Вишамбару дижавару джугадхарма палу Банде джагат приякару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибха Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синиттам Бхаван Рупена Садханаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бивши Табам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Ваги саджосшо бадане Лакшмир жасса ча вакшаси Жасьясте хидая самбит Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Хари Хари. Но жату камаха каманам упобхогена саммати.
Но камаха, но жату камаха, каманам упобхогена саммати, хавиша кришна батмайво, хуйо эвави вардхате. Гаурия Гоштипати, Гаурия Гоштипати, Шри Шрила Бхакти Сидханта Сарасвати, Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагат Гуру сказал, в какой бы обстановке, ситуации я ни находился, нужно воспринимать ее как благословение Бхагавана. Так мы должны думать. Материальная кама еще ни у кого не удовлетворила. Я никого не сможет удовлетворить. Никто в этом творении не может заявить, что он полностью удовлетворен. Как бы мы ни наслаждались, не получить полного удовлетворения. Напротив, мы погрузимся в океан страданий. Как я рассказывал о Девахуте, она говорит своему сыну, я думала, что наступит день, когда мой материальный ум, мои органы чувств смилостивятся ко мне. Сегодня я буду давать им все, что они хотят, и наступит день, когда они подобреют. Но по сей день этого не произошло. Никакой милости они не оказывают мне. Они безжалостны. Они бросают меня в океан страданий. Спаси меня. Вот это предание, это и есть предание. Когда Девахути обращается к произносит эти слова, она не воспринимает своего сына сыном. Она понимает, что перед ней Верховный Господь. Если мы посмотрим примеры, приведенные в шастрах, увидим, к примеру, Пурурава. Он пытался наслаждаться Сурваши очень-очень много лет. Настолько много, что сложно подсчитать. Но он даже не заметил, как прошло все это время. И так я не получил удовлетворения. Джаджати, то же самое. Также наслаждался. Двумя девушками, но так и не достиг удовлетворения. Таким образом, бессмысленно искать его. Его нет. Like Naranarayan, I can give example. In the form of sadhu, they are doing bhajan still today. Но в противовес этому, к примеру, такие саду, как Наранарайана, он до сих пор совершает баджан. Существует два холма, которые на самом деле не горы, а сам Бхагаван в их форме совершает баджан. По сей день. Когда Индра Махарадж узнал, насколько, с какой решимостью совершает баджан Наранарайане, он подумал, что результатом этого баджана будет то, что он займет мое положение. Такая тапасья даст ему огромную силу. И он захотел приложить все усилия для того, чтобы прекратить его, остановить его баджан. That
Он послал туда различных, послал к нему различных абсар. А уже позже подослал Урваши. Но Урваши была лучшей среди абсар. Сначала Индра Махарадж послал команду абсар для того, чтобы остановить баджан, духовную практику Нара-Нарайны. Они спустились туда в сопровождении музыкантов, танцевали. И изменилось все вокруг, когда они не зашли. Вся обстановка. Наверняка вы по собственному примеру знаете, что осенью вся природа меняется. И создается романтическая обстановка, когда люди склонны влюбляться. Мужчины и женщины начинают испытывать влечение друг к другу. И весной что-то подобное. И как раз создалась такая обстановка вокруг Нара-Нарайни. Мягкий ветер обдувал всех собравшихся. Абсары всячески старались остановить баджан Нара-Нарайны. Но у них ничего не вышло. Когда Нара-Нарайна открыл глаза, выйдя из медитации, не произнес ни слова. Он только взглянул на абсар. И этот взгляд настолько испугал абсар, хотя он смотрел без гнева. Нара-Нарайна создал Урваши для того, чтобы проучить Индру. Он отправил ее к Индре, чтобы тот наслаждался, чтобы погрузился в наслаждение. Сказал Индре: «Я даю тебе ее в пожертвование, иди и потрать свою жизнь на нее, на наслаждение ей». Это еще одна история, которая показывает, что в этом мире нет наслаждения, что невозможно найти удовлетворение при помощи наслаждений. Следующая история. Индра обратился за помощью к Намушу, который был очень могущественен. В то время на полубогов нападали демоны. Из-за сложившихся обстоятельств Индра был вынужден спрятаться. Спрятался где-то в пещере. И к Намушу обратились, чтобы он возглавил райские планеты, занял пост Индры. Потому что кто-то должен был управлять раем. Кто-то должен, кто-то ответственный, необходим. When
when I am going to sit in the throne of Indra, then the wife of Indra is my wife. Она муж подумала, раз я займу пост Индры, его трон, значит, и жена Индры становится моей. Пусть она служит мне. Но ведь это неправильно. Это вне соответствия шастр. Это очень оскорбительно. Тем не менее, он не принял это в счет. Риши и Муни хотели не допустить этого, пытались не допустить этого. Поэтому они сказали Манушу, Намушу, они затеяли целый план, если ты сможешь приехать на паланкине, которые будут нести Риши и Муни, и жена Индры будет служить тебе, она станет твоей. Саду Гуру, Вайшнавы, Риши и Муни очень мудрые. Они, если они видят перед собой человека, они сразу понимают, что у него в сердце и что он будет делать, каков будет его следующий шаг. В действительности, из-за влияния кармы человек действует несистематично, он сам не знает, что он будет делать в будущем. Их поступки неразумны. Но разумные пытаются взять под контроль его бесконтрольное поведение. Человек в каме, испытывающий вожделение, теряет ум. Выходит из себя, теряет покой и, соответственно, совершает бездумные поступки. Но муж согласился. Он созвал великих риши, таких как Агастья, настолько серьезных риши, с которыми не станет шутить даже Бхагаван. Но риши и муни не привыкли носить паланкины на себе. Они совершали баджан. Поэтому, когда Намуш залез на паланкин, они очень сильно трясли паланкин, когда несли, и очень медленно шли. В сердце Намуша горела кама. Ему не терпелось поскорее прийти к жене Индры, чтобы наслаждаться ей. Они очень медленно внесли его. От нетерпения он начал кричать. «Скорей, скорей, идите скорей!» То есть он стал поторапливать Риши из-за пылающего вожделения. И он начал говорить нехорошие слова. Строго. И Муни и Риши разгневались на подобное обращение. Мы и так идем. И прокляли Намуша. Ты станешь шарпа. Шарпа. Шарпа означает... Змеей, которая быстро ползает. Then Rishi Muni become very angry.
Он превратился в питона и упал на землю. Все, и так он лишился всех наслаждений, возможности наслаждаться. И таково положение обусловленной души, чье сердце полно камы. Сердце беспокойно. Если посмотреть на таких людей, в них нет никакого покоя. Потому что кама — это самый опасный враг. Бхагаван Кришна говорит Арджуне. Порой человек совершает грехи, совершает плохие поступки, но в действительности этого не желает. Ситуация складывается таким образом, что они не могут этого не делать, как происходило в случае с Аджамилой. Аджамила был замечательным человеком. Он выражал почтение старшим, почитал отца, мать. Но что, в конце концов, с ним произошло? Кто вселился в него, что он лишился всех своих благих качеств? Он совершал баджан, он ходил в лес, собирал все, что необходимо для поклонения божествам. У него была замечательная жена из хорошей семьи. Но все было потеряно. В тот момент, когда он увидел, как блудница и юноша развлекаются в саду, он внимательно смотрел за тем, что они делали. И в его сердце закрались необычные чувства, которые в конце концов довели его до ада. Он пришел домой и вел себя, как делал все то же, что делал прежде, но не мог забыть то, что он увидел. В конце концов, он не смог контролировать себя. Он оставил всю свою семью и женился на той самой проститутке. У него родилось много детей. Обусловленная душа может иметь честность, обладать моралью, понимать, что есть мораль, материальная пунктуальность, материальная нравственность может быть присуща обусловленной душе. В связи с этим Вишванатха Чакраварти Такур говорит, конечно, нравственность может присутствовать в человеке, но она будет ограничена. Пока она в нем есть, какая-то мораль, какая-то нравственность, его останавливает, она останавливает его от грехов. Но когда лимиты этой нравственности подходят к концу, человек начинает грешить, и уже ничто не останавливает его. То есть у людей, безусловно, может быть нравственность, но она имеет свои пределы, имеет свои границы. К примеру, следующая история. Арджуна задает вопрос, почему люди совершают апарадхи и грешат? То есть что такое апарадха? Это греховная деятельность по отношению к священным атрибутам, к дхамме, наму и так далее. А
простые материальные грехи, это то, что относится к плохим поступкам по отношению к материалистам. И Арджуна спрашивает, что же за невидимый враг толкает честного человека на грехи, на грязные поступки? Почему он совершает их? На это Бхагаван Шри Кришна отвечает. Ты не видишь, но этот враг в тебе. Мы ищем их снаружи, ищем врагов вне, вовне. Но он в нас. Это кама, это кротха, вожделение и гнев. Таким образом, вожделение — это главный из наших врагов. Когда Санатана Госвами Пад оставил свой дом, чтобы совершать Харибаджан, он хорошо знал, что его брат Рупа Госвами уже в тюрьме. Его заточил туда Хусейн Шах, который хотел, чтобы они продолжали служить ему. Но Рупа Госвами и Санатан Госвами отказались. В конце концов, он заточил и Санатану Госвами. Рупа Госвами смог выбраться из тюрьмы, но Санатана оставался там. Рупа Госвами послал ему письмо. Я дал 10 тысяч золотых монет одному честному человеку. Он передаст их тебе, и ты сможешь освободиться благодаря им. Но в соответствии с Сиддхантой, если вы будете лгать или делать что-то нечестивое, но для Господа, это не является грехом, это не является неправильной деятельностью. Если вы нарушаете интересы Бхагавана, тогда вы понесете наказание за свои проступки. В то время царь ушел в Орису, чтобы завоевать земли. И Санатан Госвами сказал стражнику: вспомни все, что я сделал для тебя. Ты часто обращался ко мне и помогал. Не мог бы ты выпустить меня? Тот испугался, как я могу сделать это? Царь убьет меня. Я дам тебе 2000 золотых монет. И тот уже сразу задумался. Я боюсь, я бы хотел, но царь убьет меня. Он поручил следить за тобой. Хорошо, я дам тебе 4000 золотых монет. Он все повышал количество золотых монет. И в результате 6-7 тысяч, когда он назвал ему, тот уже лишился рассудка, и вся его честность и ответственность испарились. Санатан Госвами в передачу сказал, вот, что у меня есть план. Скажи царю, что я пошел в туалет. Даже во время парикрам люди ходят в туалет на большие расстояния, и мне приходилось так делать.
На камере, где сидел Санатана Госвами, был огромный замок. Точнее, даже он был в кандалах, которые были... Кандалы были на ногах, руки свободные. Скажи царю, что утром я пошел в туалет, и тут внезапно он бросился в Гангу и умер, потому что на нем были эти железные кандалы, которые сразу же потянули его на дно. С одной стороны, ты совершишь благочестивый поступок, а с другой стороны, то есть поможешь мне, а с другой стороны, будешь при деньгах. И тот согласился. Поэтому любой человек, человек любых качеств, только если он не вайшнав. Попадает под влияние вожделения. Подобная история случилась с Кашьяпа Муни. Он пришел дать лекарство Парикшит Махараджу, дать ему противоядие против змеиного яда. Такшак, то есть Кашьяпа Муни шел к Парикшит Махараджу, чтобы принести ему это лекарство, но навстречу ему попался Такшак, змей. Сказал, я тебе кучу пожертвований дам, ты просто не относи ему лекарство. И тот согласился. Если же мы будем подливать масло в огонь, бессмысленно ожидать, что огонь потухнет. Мы бросаем, подбрасываем дрова в огонь. Он разрастается. Точно так же ваше желание наслаждаться никогда не исчезнет, если вы будете питать их. А вот Худ Махарадж рассказывает нам о 16-м своем гуру. Кто это? Шестнадцатый гуру обучил его, что если собирать, заниматься накопительством, не спасти ни себя, ни свои богатства. Потому что жизнь настолько непредсказуема, что можно лишиться ее в любой момент. Я сам знаю случаи, когда люди умирали в секунды неожиданно. Один человек из Кришнанагара. Я пошел в магазин в Кришнанагаре и увидел одного знакомого человека, который был полностью... То есть он пострадал в аварии, то есть он стал инвалидом. И я удивился, что с тобой произошло? Что с тобой произошло? Ведь я тебя совсем недавно видел. Он сказал, меня сбил мотоцикл. И сейчас я каждые 6 месяцев должен лежать в больнице. То есть все было... Не было ничего... То есть совершенно неожиданный несчастный случай. Наша атма подобна птице, и никто не знает, когда она вылетит из нашего тела. Поэтому разумно совершать харибаджан, совершать настоящий харибаджан. И
не совершать его ложным образом. Если вы что-то делаете, нужно делать совершенным, в совершенстве. В совершенстве совершать духовную практику. В противном случае вы не обретете результатов. Итак, 16-й гуру — это безжалостный пчеловод, который разрушает улей и забирает мед, усердно, который усердно собирали пчелы на протяжении долгого времени. Также мы можем в любой момент лишиться всего, что у нас есть. Поэтому нужно стараться задействовать все, что нам принадлежит в Харибаджане, в служении. А в противном случае наступит день, когда мы горько заплачем об этом. Я знаю многих, которые, тех, кто получили возможность принять прибежище садгуру, но в конечном счете уклонились от Харибаджана, привлеклись материальными вещами. Мне один человек рассказывал, как говорил, я, Махарадж, каждый день, то есть я работал на обычной работе, у меня была маленькая скромная комната, но я вспоминаю это время с счастьем. Я повторял харинам и плакал, но сейчас я принял отреченный образ жизни, я занимаю большой пост, все поклоняются мне, но я сам утерял это наслаждение, которое испытывал раньше от повторения святого имени, от простой жизни. Когда кто-то обращается ко мне с вопросом, «Махарадж, я хочу получить саньясу», я отправляю их домой. Я говорю, иди домой и спокойно живи. Спокойно совершай харибаджан. Я же знаю, что это за люди. Я знаю, что они привлекутся материальными вещами, привлекутся славой. Если вы сможете правильно задействовать свои качества, свой профессионализм, свое образование, свои деньги, все свои ресурсы, то есть лучший способ применения их — это Харибаджан, и тогда вы никогда не обманетесь. Я тут, сидя на Ясасане, заверяю вас в этом. Вы не обманетесь. Я никогда не скрывал пожертвования, которые мне давали. То есть все они задействованы в служении. Затем вчера мы говорили о олене, который бежит на мелодию охотника. Не зная о том, что там его ждет ловушка, капкан. Вот Худ Махарадж говорит, что вывод из этой истории, что слишком сильная привязанность к чему-то разрушит нас. 17-й мой гуру — это рыба. Я знаю, что люди сейчас при помощи, как люди рыбачат. Я смотрю, как они сидят с удочками,
часами напролет. И я думаю, откуда у них столько смирения? Если бы они свое смирение задействовали в баджане, они достигли огромных высот. Есть даже соревнования по рыбалке, я слышал, видел в газете. Итак, рыбаки с огромным смирением сидят с удочками и ждут. Рыбка клюет, они... То есть они ее забирают, вынимают из воды, потом нанизывают какую-то приманку вкусную и вновь закидывают удочки. И когда какая-то глупая рыбка проплывает мимо и привлекается этой приманкой, она пытается ее съесть и тем самым попадает на крючок. А рыбак достает из воды. А вот Худ Махарадж говорит, что научился от рыб следующему. Рыбы настолько жадны, так проявляют такую жадность, что попадаются на крючок. И Майя точно так же для меня разные приманки расставляет, как в форме женщин, в форме денег, в форме богатств. Ну, в конце концов, если живое существо привлекается этим, оно попадает на крючок Майи. Поэтому не нужно быть жадным. В Упадешамрите есть эта шлока. В которой говорится, что если вы жадный, у вас есть привязанность к материальным вещам, никто не сможет вас спасти, вы умрете. Если привязанность к наслаждениям слишком сильная, этот мир называется как новооткрытый рынок, где все украшено, представлено в ярком свете, и мы можем обладать здесь тем, чем захотим. Этот рынок, этот магазин открыла Майя Деви. Как бывают большие торговые центры, куда ты приходишь, и там есть абсолютно все. Там и украшения, и продукты, и что, чего только нет. Есть абсолютно все. Нужно только выбирать, что нравится, и платить за это на кассе. Точно такой же магазин, где есть все, открыла Майя Деви в форме этого мира. Можно наслаждаться красотой природы в Швейцарии, в Гималае, в Кашмире. Такая красота. Кашмир называется рай этого мира, то есть рай на земле. Столько наслаждений, то есть все, что вы захотите, наслаждаться можно, как только вы пожелаете. В песне поется, что Апракрита рынок, магазин Апракрита открылся здесь, в Гадруме. Это замечательный баджан. Те, у кого есть хотя бы чуть-чуть шрадхи, могут прийти
и купить за нее святое имя. Нитянанда продаст его. Цена одна Шрадха. Если вы встретите чистого преданного, не уходите так просто от него. Постарайтесь купить его, купите своей... То есть, когда вы встретите чистого преданного, не позволяйте ему уйти. Это крайне редкая возможность. Может быть, раз в жизни она выпадает. Если вы упустите его, он уйдет. Жизнь за жизнью мы накапливаем благочестивые результаты благочестивой деятельности, сукрити. То, с помощью чего мы сможем обрести бхакти. Когда кроры жизней. Представьте, кроры жизни, если вы соберете сукрити за кроры жизни, нет никакой гарантии, что вы встретитесь с чистым преданным. Настолько редок этот шанс. Но даже получив его, мы не используем его, мы лишаемся его из-за нашей привязанности к материи. Рупа Госвамипад говорит в этом стихе, если у вас есть чрезмерная привязанность к еде, к любым наслаждениям, если чрезмерная привязанность есть у вас, она называется атьяхара. Ахар означает есть. Но тут Рупа Госвамипад как использует это слово, что все наши органы чувств хотят что-то пожирать, что-то есть. Глаза хотят наслаждаться красивыми видами, то есть поедать то, что они видят. И все органы чувств требуют еды для себя. В этом киртане поется, что я принимаю панчаграс, то есть пять видов прасада. Своими глазами я хочу наслаждаться прекрасными лотосными хочу наслаждаться лотосными стопами Рупы Госвами, принимать пыль с них. Ушами я хочу слушать. Хочу, чтобы мои уши умощала пыль с лотосных стоп Рупы Госвами. Мой нос хочет вдыхать цветы, которые были предложены Гуру и Вайшнавам. Или вдыхать пыль с лотосных стоп вайшнавов. Почему мы совершаем парикраму? Возможно, там во Вриндаване находится пыль Шимати Радхарани. Это вполне вероятно. Представляете, там может быть пыль с лотосных стоп Лалиты и Вишакхи. А здесь, на Навадвипа-дхаме, может быть, и пыль Шриваса-пандита.
когда дует ветер, эта пыль попадает мне на голову. То есть все шансы обрести эту священную пыль. Но необходима искренность. Прабхупад говорил преданным, которые совершали Враджамандала Парикраму. Они закрывали носы от пыли, которая поднималась. «Что вы делаете?» — говорил Прабхупад. «Пусть пыль заходит в вас, проникает в вас. Пусть она проникнет в ваше сердце. Ничего не бойтесь. Я с наслаждением дышу пылью Вриндавана, а вы переживаете за коронавирус. Дышите пылью. Открывайте носы, дышите пылью. Вам необходима эта пыль, чтобы исчезли все ваши анартхи. Сам Шри Кришна, Бхагаван Шри Кришна говорит, я бегу за своими преданными, потому что, когда они идут, пыль с их лотосных стоп поднимается вверх, в воздух. Идя за ним, я получаю возможность получить эту пыль на свою голову. Сам Бхагаван Шри Кришна, в теле которого пребывают бесчисленные брахманды, стремится получить пыль с лотосных стоп вайшнавов, своих преданных. Благодаря этому вы понимаете, каково настроение Бхагавана. Когда Махапрабху заболел, у него поднялась температура. Он сказал, чтобы единственное лекарство, которое поможет ему, это попить чаранамриты, не расслышала кого, какого-то вайшнава. И тем самым он показывает величие вайшнава. Во время Раджасут Яги Юдхиштир Махарадж выражал особое почтение вайшнавам. Кришна предложил, я могу послужить, когда будут приходить риши, муни риши, я буду омывать их стопы. То есть обязанности были распределены, и все стремились как-то послужить гостям, вайшнавам, муни, риши. И он омывал стопы мудрецов и поливал себе, то есть окроплял этой водой свою голову, тем самым преподнося нам урок. Так вот, глаза мы можем задействовать в том, что будем смотреть на пыль с лотосных стоп преданных, носом вдыхать пыль с лотосных стоп, головой припадать к этой пыли. А рот, язык мы можем применить, когда мы будем пить чаранамриту, воду, омывшую стопы преданных. Я у многих людей, на самом деле, спрашивал о значении этого киртана, который мы поем каждый день. Та сабара панчарена. Что, о чем здесь речь идет? Но никто не мог ответить.
So my 17th guru is a fish. 17-й мой гуру – рыба. Которая показывает, что жадность толкает нас на определенные поступки, на грехи, на греховную деятельность. Сначала жадность, сначала лобха, а потом мы совершаем грех и умираем. Он разрушает нас. 18-е моя гуру — это пингала, блудница. 18-й она жила в Видехе. Каждый день наряжалась так, чтобы нравиться окружающим мужчинам. Она выходила из своей комнаты, вставала на улице и в каждом прохожем видела потенциального человека, который мог принести деньги. Она скучала, когда не было посетителей, когда не было людей. И однажды наступил такой день, когда она ждала, но никто не приходил. Она украсила свою голову цветами, нарядилась, ждала, когда придут богатые люди, которые принесут ей деньги. Но целый день ни одного посетителя не пришло к ней. Она ждала до вечера, надеялась, может быть, хотя бы вечером кто-то придет, но бессмысленно. Она устала. Но кто-то вдруг, какой-то голос внутри нее произнес: «Ты глупая, ты потратила всю свою энергию, совершила столько грехов. Если бы ты смогла поклоняться своему трансцендентному мужу, Бхагавану Шри Кришне, мужу, который является мужем для всех и каждого, ты смогла бы получить невероятное благо. Ты ждешь материальной выгоды, как придет какой-то человек, будет целовать, обнимать тебя и даст тебе денег. Но ты, если бы ты совершала баджан, ты обрела бы объятия Кришны. Как вспомните случай с Кубджей. Ее любовь к Кришне была не такая, как у Гопи. Ее рати, любовь, относилась к категории садарани. Она хотела наслаждаться Кришной. Но у Гопи нет такого настроения, нет настроения наслаждения. В этом и разница. Разница между Кубджей и Гопи. Гопи лишь хотят удовлетворить Кришну, они не думают о себе, они наряжаются для него. Все, что они делают, все для того, чтобы сделать Кришну счастливым. Но Кубджа сама хотела наслаждаться Кришной. Тем не менее, она встретилась с Кришной. Ведь Кришна, Бхагаван, хочет исполнить желание каждого.
Бхагаван Шри Кришна взял с собой Удава Махараджу, и они пошли к Убджи. Он никого не мог взять, кроме Удавы, потому что другие бы не поняли его, что он делает. Итак, эта блудница потеряла терпение. Всю ночь она не могла уснуть, она вставала, ложилась, выходила. Беспокойство мешало ей уснуть. Волнение. Так прошла вся ночь. Но в конце концов ее сердце проснулось некоторое отречение, отрешенность. Она поняла, что хватит наслаждаться. Голос в сердце сказал: если бы ты смогла служить Кришне, который является трансцендентным героем всех и каждого, ты достигла бы невероятного блага, но теперь вся жизнь, то есть всю жизнь ты делала посторонние вещи. Однажды один человек путешествовал и как-то забрел к этой блуднице. Ему нужно было где-то переночевать. Он лег на веранде. Веранда принадлежала этой проститутке. Это был саду. И она просто, глядя на него, то есть у нее самскара осталась, и в конце концов она как раз-таки и сработала. Ее волосы, к концу ночи ее волосы растрепались, все убранства спали с нее. И она приняла заключительное решение: с сегодняшнего дня я больше не буду этим заниматься. Никогда. Все, вчера был последний день. Как-нибудь я найду способ выжить. Это не единственный способ заработка. С сегодняшнего дня я больше не занимаюсь этим. Она захотела принять прибежище у Джаганатха. «О, Джагадиш, ты мой муж, прости меня за то, что я делала раньше». В шастрах сказано, если какая-то обусловленная душа, возможно, она всю жизнь грешила, но хотя бы однажды так возвала к Кришне: «Пожалуйста, спаси меня». Кришна обязан тому, кто сказал: «Кришна, я столько совершил неправильных поступков», Кришна освободит такого человека. Конечно, когда человек будет искренне взывать к нему. Это Кришна сам говорит это в шастрах. Здесь мы остановимся. Вайшнава йога.